искусстве накануне в мюзик-холле наградили лауреатов молодежной премии Санкт-Петербурга в области художественного творчества. Ежегодно ее вручают талантливым артистам, режиссерам, художникам и музыкантам в возрасте до 30 лет. В этом году награду получили 15 лауреатов, им вручили дипломы и денежные призы. Победителей поздравил глава комитета по культуре Константин Сухенко. Он отметил, что с каждым годом в Петербурге становится все больше молодых талантов. Эта премия введена для того, чтобы поощрить и представить городу наших талантливых молодых ребят. Их у нас, к счастью, много, гораздо больше, чем премии. И мы желаем им удачи, счастья и быть востребованными в своем городе, в своей стране. Награждение прошло в рамках национального проекта «Культура». Для победителей подготовили праздничный концерт. Выступили в симфонический оркестр театра «Северная симфония» под руководством маэстро Фабио Мастранджело и хор театра.